Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и очередная партия в Красную Смерть. Последняя фракция, которую мы не смотрели. Мутанты. Мутанты. Но мне кажется, что вот она как раз самая слабая, поэтому я их оставил наконец. Посмотрим, конечно, как оно будет работать. Их способность минус 50% урона от Красной Смерти и плюс 3 очка перемещения внутри этой самой Красной Смерти. То есть, по идее, это те же самые пираты, только у пиратов способность на море действует, а у мутантов на эту Красную Смерть. Но мне кажется, что она похуже просто по той простой причине, что у моря урон всегда одинаковый. 8 урона, ну, когда ты в воде находишься. Для пиратов это 4 урона. А красная зона, вот эта Красная Смерть, она, у нее урон увеличивается. Вот сейчас, например, будет минус 5, это уже больше, чем пираты получают, например, в Красной Смерти. А дальше там до 35, то бишь, ух ты, сразу пришел практически сразу куда надо. Ну, в общем, сейчас посмотрим. По идее, я должен за мутантов играть от зоны, находиться внутри зоны и бегать внутри зоны, быстро собирать оставшиеся плюшки, те, которые другим не нужны. Итак, у нас против нас антигерои, сумасшедшие ученые, пираты, скитальцы и выживальщики судного дня. Тоже сильные фракции все. Посмотрим, как нам тут удастся за мутантов сыграть. Опыт я, честно говоря, не очень люблю, когда я опыт. Я люблю, когда я получаю юниты в этих руинках. Видите, я пока разделился, но мне кажется, это нормально. В начале игры мы потом можем соединиться. Главное, чтобы мы большую территорию охватили. Я боюсь все-таки оставлять поселенца без защиты совсем уж. Наверное, пехотинцам сюда сейчас пойду. Нет, точнее, я его прокачаю на движение по холмам и лесам. Вот это. О, там где-то не пираты, варвары. Это надо воспользоваться, их лагерь захватить. Да, но еще я подумал, что для мутантов важно, собственно, где зона будет. То есть, если она сейчас появится рядом со мной, это будет супер. О, а вот и антигерои со своими. Ну, к сожалению, я не могу захватить. Так, ну, то есть, туда мне смысла нету. Ведь я так понимаю, просто дальше пойду. Он может меня атаковать сколько угодно. Блин. Я бы хотел этого варвара проатаковать. Честно говоря, ну, чтобы опыт получить. То есть антигерой где-то отсюда пришел. То есть выше, собственно, надо тут идти и не давать ему что-либо собирать, если тут есть что. Через реку. Ну, тоже не очень хорошо. Видите, мне надо от зоны играть, а антигерой рядом с зоной будет плюс 10 иметь. Ну вот и в чем радость для меня. Так, а где же тогда лагерь варваров? Видимо, сверху где-то. То есть надо наверх идти, получается. Ну, тут вот я сейчас попытаюсь собрать все, что может выпасть, чтобы антигерой не мог собрать. То есть ему, наверное, вверх уже нету смысла идти. Надеюсь, он это понимает. Значит, он будет просто по голой пустыне. О, надо атаковать парня. Так, а где появились? Ага, вон варвары. Я б туда вернулся, честно говоря. За лагерем. Вот этим. А этим пойдем вверх искать, где, откуда вот этот парень пришел. Я сейчас пойду сюда, к этому лагерю. Двумя вот этими юнитами. Опа. Это я хорошо зашел. Блин, единственная клетка была мной не исследована, и там оказались руины. Ага. О. Отлично. Сейчас я вот этих тут соберу. Сюда подойду, обстреляю. Потом соберу эти руины. Так, все очень неплохо пока.
Эти руины я вот этим соберу. Все равно антигерой не полезет сюда. Я даже, наверное, эти руины соберу чисто поселенцам. А этим буду обстреливать, стоять лагерь. Так, ну, в принципе, неплохо, неплохо. Сейчас следующим ходом узнаем, где будет зона. И как она... Мне бы хотелось быть с края зоны. О, неплохо, опять же. Так, значит... Соединяем. Очень хорошо. Не, я боюсь оставлять поселенца одного. Так, и сейчас постепенно будет схлопываться. Я должен успеть этот лагерь забрать. Пулеметную роту сейчас качнем. Ну и теперь становятся опасными антигерои, конечно. Сейчас они мне очень не нравятся рядом со мной. Получается. Меня спрашивают, почему я не качаю в дополнительную атаку? Ну потому что... Мне кажется, сила, например, больше даст урона, чем две. Хотя, я, честно говоря, не знаю. Давайте попробуем покачать сейчас дополнительную атаку. Почему, в общем-то, и нет. Пока она, правда, не будет работать. Это еще один уровень нужен. Так, вон зона идет, идет уже. Понимаете, вот теперь мне надо отступать от... Вертолет против... Отступать от антигероев, потому что он тут будет плюс 10 к силе иметь. Это слишком круто. Но он куда-то свалил, похоже. И он сейчас тоже будет от зоны играть. Блин, как бы вот этих антигероев надо, когда они еще маленькие, конечно, убивать. С другой стороны, я надеюсь, что я его лута лишил. Он где-то тут. Он, наверное, будет и так вот где-то тут и тусоваться, скорее всего. Так, ну пошли туда потихоньку. Если бы еще мутанты лечились в красной зоне, вот это было бы логично, по-моему. А так как они не лечатся нифига, то... Есть некоторые вопросы к логичности происходящего. Опа, а тут у нас пираты как раз. Так, ну мне надо как-то вертолетик вылечить. Еще интересно будет, как сейчас движение в красной зоне будет работать. Что я быстрее буду бегать.
Так, ну я, получается, несколько зажат, да? Так, вертолет. То есть антигерой здесь, пираты. О, пират как раз на воду спустился. Но я здесь просто постою. Явно тут тоже все собрано, блин. Я буду около зоны стоять, надеяться на появление каких-то варваров в тылу, либо ништячков каких-нибудь. То есть сейчас, по идее, каждый ход вот этому пехотинцу минус 5 должно прилетать к хитпоинтам. Потому что 10 единиц урона от радиоактивного загрязнения, но... Так как мы мутанты, то получаем только 50%. Ну да, вот, минус 5. Так, антигерой тут. Там высадился. Так, мы будем стоять лечиться. Тут море. Ну, кстати, видите, даже начало движения в красной зоне уже увеличивает очки перемещения на везде просто. Слушайте, тогда давайте я прямо вот сюда слетаю. Как бы попробуем зайти в тыл антигерою. Ведь он находится в трех клетках. Больно будет по мне бить, если что. О, слушайте, так я из красной зоны прям вылетаю пулей, получается. Неплохо. Но я, конечно, отступлю. Я не хочу, чтобы меня... Он даже через речку меня больно ударит. Давайте посмотрим. У меня... У него еще плюс 10 против антикавалерийских... А, ну да, это, он про... это способности такого юнита. Так, вот сюда я встану. Так. Хм. Знаете, мне очень хочется убить антигероя. Я вам честно скажу. Не буду кривить душой. Поэтому давайте попробуем... Сейчас ну, блин, он в конце партии, все вот эти фракции, ну, еще выживальщики в конце партии, но от него зависит, если он набьет себе экспы, то он будет хорош. Не набьет, так это его проблемы. А антигерои в любом случае будут сильны в конце партии, поэтому я и, пожалуй, попробую его. Но он уже как бы плюс 10 имеет, он, видите, не отходит от зоны. Я жду, когда он ход закончит, чтобы сюда подойти. Потому что у него поселенцы смотрят на три клетки. То есть он мой вертолет видит. Мою ПТ командует. О! Очень хорошо. Так, я тут буду в защите стоять. Я не... Он пускай меня атакует. Он, наверное, решил, что тут у меня один... Ага, да, я так и знал, что он будет так атаковать меня. Хорошо. Нас это все устраивает. Так, и вот... А, он, видимо, там тоже зажат. Его там тоже, видимо, кто-то атакует. Очень, очень хорошо. Для меня. Не для... 46, тут надо будет отступить. Мы попробуем его убить. У него большая сила, понимаете, плюс 10. У этого чувака плюс 10. Но у него только один юнит здесь, а у меня вон сколько. Так что не вижу причин, почему бы его не убить. Только если я сейчас... Но мне надо отступать пулеметом сюда, вертолетом вперед, атаковать. Атаковать, атаковать и пулеметом атаковать. Он, наверное, вылечиться успеет.
Ну давай, заканчивай ход. Ты будешь до последнего таймера ждать? Чувак, неужели у него там куча... Ну вот его тут кто-то атакует, вот этот юнит. Ну давай, блин, ну... Парень, ну ё-моё. Очень медленный антигерой, прямо скажем. Видели глюк какой, да? Ну, к сожалению, это не один у него поселенец оказывается. Я думаю, мне все остальные игроки в партии скажут спасибо, если я вынесу антигероя. Чё, огрызается, вы посмотрите. Да, в общем, мы от пирата идем. Ах ты, он два раза может стрелять, вот он гад. Так, ну я сюда просто отступлю и вылечу вертолет. Так. Атаки пулеметчиков возьмем. Тут пока постоим, полечимся. Объединяем. Подлетаем. Подходим. 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 О, ну вот сейчас как бы проблемки у меня. Но я хочу за антигероем идти. Лететь, бежать. Так, сейчас еще зона схлопнется. О, что-то привезли, да? Но не мне, как всегда. Блин, это антигерой заберет, понимаете? Может, я попробую вертолетом туда добраться? Ага, вон пулемет. А, знаете, в чем прикол? Вот вы когда... Мне надо, чтобы мои юниты начинали ход просто вот на одной клетке красной зоны. Тогда видите, как они летают? Как наскипидаренные. Блин, забрал уже. Ну, почему вот постоянно вот... Я обратил внимание, один раз, по-моему, только повезло с этими, с припасами. И вот, смотрите, я играю за мутантов, мне даже нечего взять в красной зоне. А, ну вон... Лагерь варваров только появился. Не бежать же сейчас за ним, правильно? Блин, убиваешь юнитов желтому, убиваешь, а он там собирает. Все. Так, ну пока мы, в общем-то, только антигероев и пиратов видели. Пират явно куда-то вот сюда, где-то тут тусит. Идет. А, антигерой вниз пошел. Стоит ли мне убивать этого? Это тоже собрано антигероем явно. Так, этот вертолет полечится, полечится. Я не знаю, антигерой вниз пошел. Вообще, мне бы хотелось, может, это не антигерой взял. Может, все-таки его юниты где-то тут. Просто. Но проблема в том, что я иду за другим игроком, и получается, я просто ничего не собираю. Ничего вкусного. Может, мне тогда на воду спуститься? Моя любимая стратегия — взять одного поселенца, пустить на воду и по краю поплавать. Напоминаю, что поселенца в воде убить вообще никак нельзя. Ну, кроме того, что он сам умрет от заражения. Минус 8 каждый ход будет. Наверное, так и стоит сделать. Наверное, одного поселенца мы сейчас на воду пустим. Пусть скаутом будет.
Так. О! Варвары. Рискнуть ли мне юнитами попытаться варваров захватить? Мне кажется, надо. Раз я мутант, то как бы в этом и идея игры за мутантов. Вот возвращаться. Вот еще у него. Может, все-таки тут не антигерой взял? Хе-хе. Тут у него поселенец с ПТ-командой. Но он мне преграждает вход в зону. С другой стороны. Ну вот я сейчас буду интересно, сколько урона получать. 7 или 8? 8. Блин, да еще и округление в большую сторону. Да блин. Че ж ты выполз? Да, ё-моё, еще и не убили. Я уже думал, сейчас все будет, можно будет валить. О! Это у нас выживальщики, между прочим, второго уровня. Ух ты. Ух ты. Да тут легкая печалька. Так, ну это интересно, конечно. Это, конечно... Мне интересно, у антигероя все-таки это последний юнит оставшийся, или он там собрал что-то в итоге? Да, вот это фейл, конечно, что вот осталось хитпоинт, и я сейчас не забрал. Я думал, сейчас заберу, и следующим ходом уже начну убегать в зону. А тут так получается, что я сейчас... Не факт, что у меня вот эти выживут. Ой, блин. Так, ладно, мы, наверное, сделаем так. К радиусу обзора. Плюс 7 к силе. Наверное, так. А этим поплыли отсюда. По-моему, чувак хочет забрать этот лагерь. Предлагаю не давать им. А, и там еще этот... Там еще выживальщик с другой стороны. Прикол. Сейчас антигерой, я надеюсь, умрет. Ух ты. Все-таки выживальщик снизу забрал. Получается... Знаете, я тут постою. Даже не пойду никуда. Чтобы этот вертолет не забрал. Ему облетать придется. Ну, я так понимаю, что антигерою ГГ. Видимо. О, он на море тоже спустился. Тоже прикольно. Выживальщик сдох. Вот он дебил. Очень смешно проиграл. Очень. Я думал, тут круто такой прям пришел. Я тут царь. У меня тут куча юнитов. Сейчас я вас всех накажу. А у него, оказывается, фиг. Так, вот этот, наверное, парень умрет, мне так кажется. Ну, посмотрим. Выживальщик. Ну, а антигерой, собственно, с одним юнитом остался с ПТ-командой. Сейчас будет пытаться спастись. О, ядерку кто-то использовал, смотрите. Это кто-то ядерку использовал. Там сектанты, пираты и скитальцы остались. Кстати, очень хорошо, что я выживальщика убил, потому что они в конце игры тоже очень сильны.
Но он как-то по-борзому сейчас сыграл, просто согласитесь. Взял какой-то... Он мало того, что стоял там с поселенцем, так он еще меня атаковал юнитом, который защищает поселенца. Очень борзо. Там антигерой спасается бегством. Не будем ему мешать. А я, по-моему, кстати, мог двумя... О, я мог еще раньше его... Еще лучше убить, скажем так. Так, давайте уже вертолеты объединять. О, пока. Пока вроде спасаю юниты. Ой. Я зря так высадился. Но я думаю, что антигероя там кто-нибудь додобьет. Так, тут надо фасткликать и высаживаться на море. Блин, уже армия и корпус вертолетов у пирата. Как вам? Армия и корпус. То есть у него 5 вертолетов. Он 5 вертолетов где-то нашел. 5. Ну, смотрите, я вот ненавижу таких людей. У чувака 2 юнита всего осталось. И он до последнего таймера, до конца таймера ходит. Нормально? Ненормально, конечно. Ну, буду использовать эту тактику с ожиданием... Когда мы в зону попадаем, чтобы у меня юниты просто быстрее двигались. И оттуда будем запрыгивать за шиворот моим врагам. Как мы сделаем? Не надо, кажется, подвинуть ПТ-команду вперед, чтобы против вертолетов действовать. Тут, пожалуй, я поисследую. Правда, все собрано. Ну а вдруг? Но все равно, видите, в тылу нифига не появляется. Ладно, давайте с этим объединим. Я, кстати, могу одного поселенца и потратить. Нафига мне 3 поселенца? Я вот не знаю, как бы их много держать к концу игры. Мне кажется, нафиг надо. Я сейчас поплаваю просто по побережью, чтобы примерно карту представлять. Но вот эти вертолеты пиратов выглядят очень солидно, прямо скажем. Это очень круто. Мне казалось, у меня все неплохо, а у пирата вообще зашибись. Так, где-то появились вар... У-у-у. То есть они еще дальше появились, чем предыдущие, которые были. Типа, давай, мутант, пили туда. О, антигерой выполз. Ну давай ты его добьешь, а? Подошел, отступил. Блин, прикольно тут у пирата, конечно, все. У пирата все прикольно. Этими, пожалуй, постою. Постою. Ну, он, надеюсь, он стягивает силы к антигерою, чтобы его добить. Сюда подойду, чтобы он... Вертолет в зоне окажется, я тогда как рвану вперед. Как ракета. Угу.
Тут ничего интересного уже. Все. Нет, не убили. А, моего... Все-таки захватывается на море? Вот же ж, блин. Ну ладно, мне как бы его не жалко. Но подстава, тем не менее. Тут может быть что-нибудь. Хотя, мне кажется... Хотя, давайте слетаем. Ну, мне кажется, тут собрано было. Мне кажется, вот отсюда шли выживальщики, скорее всего. Поэтому тут вряд ли может что-то быть. Вот, уже зона 20. То есть мне сейчас будет уже 10 урона наноситься. Например. Думаю, не стоит дальше лезть. Тут пока просто переваливаем через реку. Блин, почему там антигероя не убили до сих пор? Почему он все еще жив? Мне вот интересно. Вот тут я уже никого не ожидаю. Ни снизу. То есть сверху пират. И вот здесь кто-то, сектант и скиталец, наверное, в друг друга ядерки бросают. Ой. Блин, ну... Ой. Короче, я бы сказал, это, короче, офигенный рандом. Просто пират собрал все руины, которые тут возможны вообще. В этой партии, похоже. Ну, смотрите... Два корпуса вертолета. Два корпуса вертолета и одна армия. То есть, итого 7 вертолетов он нашел. 7. Это вообще легально? Нет, конечно. Блин, 7 вертолетов, я офигею. Это будет собрано все, похоже. Ну, то есть, хорошо контролировал карту. Это вот в прошлой партии, когда ты широко видишь карту, у тебя так все это видно. Тут вот немножко то, что тебе приходится от зоны ютиться. Это странно. С другой стороны, я надеюсь, что он сейчас будет зажат между нами. Не знаю, между кем и кем. Ну, между мной и кем-то. И будет страдать. Но юнитов у него достаточно. Юнитов у него откровенно много. И основных, кстати, ребят, которые могли бы в лейте очень неплохо себя чувствовать, то есть выживальщиков и антигероев, в общем-то, вынес я. Антигерой там, правда, где-то тусит, но у него осталось 2 юнита и все. Слетаем вниз, посмотрим, что тут. Я, наверное, сюда и пойду. Хм.
Так, ясно. Я не хочу туда ходить. Там пираты, злые акробаты. Вот это вот все. Мне там не нравится. Ядерку я не нашел. Мне кажется, вот тут надо понизу как-то пытаться просочиться. Понизу куда-то вот туда переплыть быстренько. Потому что биться с пиратом, с такими его юнитами, это, мягко говоря, самоубийство. Все, убили антигероя наконец-то. Так, давайте я вернусь. Буду тут стоять, смотреть. Подходит ко мне, понимаешь? Мало я урона наношу. Еще один отключился просто, сумасшедший ученый. Просто ливнул. Ну, видимо, у него там нифига не осталось. Я могу этими подойти немного сюда. Тут зона будет сходиться, и я быстренько пробегу тогда. Блин, тут надо, видимо, вертолеты объединять. Далеко стреляет, не хочу туда лезть. Угу. Чего я и опасался. Так, ну ничего. Это он хорошо сюда подошел. Убьет сейчас вот этой фигней. А может и нет. Блин, и ему там еще и прилетело, ну... Ну... Пфф. Ну серьезно, что это за... Охренеть просто. То есть он там больше всего нуждается в гуманитарочке, да? Класс. Ладно, будем использовать способности мутантов. А он умрет? Нет, не умрет. Отлично. Блин, корпуса всего, что вот только можно. Корпуса. Ой, корпуса армии. Армии всего, чего только можно.
Давайте, пожалуй, объединю. Там где-то скитальцы с сектантами, надеюсь, с другой стороны будут давить пирата. Но я в херовой ситуации, у него реально круче войска. Просто у него круче. Где пираты? Ой, варвары появились. Блин, где они реально появились-то? Сумасшедших хочу. Ну, это который ливнул. А, подожди. А сектантов когда? А значит, сектантов сейчас только что убили. Только что убили сектантов. И у нас еще где-то скиталец. Вот где варвары появились. Ну, класс. Конечно, рандом тут офигительный в некотором смысле. То есть... Варвары, знаете, я этого тоже спущу. Ну, давай, давай, заканчивай ход. Плышь, рисун, что ты ход закончил. Что за гомосятина начинается? Полетел куда-то вертолетиком, а? Ловить меня. Ну, давайте тут вернемся тогда пока. Класс. О, это уже забрал. Это тоже пират забрал. Но я все-таки ставлю на то, что тут пират победит. Я не знаю, конечно, как там скиталец, что там у скитальца. Но если пират будет гнобить меня, а не со скитальцем драться, то у меня тут нету шансов. Если вот он со скитальцем подерется... Другой как бы шанс есть в том, что пират между нами двумя. Но я не знаю, где скиталец, и зона довольно широкая. То есть скиталец на самом деле где-то и тут может быть. А вот он. Сейчас он лагерь варваров заберет, скиталец. Ну, будем надеяться, что скиталец усилится. На самом деле. Ну, шо мог, как говорится. Слушайте, давайте сейчас попробуем этим поселенцам с другой стороны вот так оббежать побыстряне. Так, вертолет я должен убивать. Сюда не... Ух, мискликнул чувак. Это нам в пользу. Блин, а чё он такой... А чё он так больно бьется опять же?
идите нафиг, мы тут в покрышках закроемся сейчас. Блин, да схлестнитесь друг с дружкой, что за фигня? Ой, больно бьет по мне это все. Пытаемся как-то... Ну, он очень хорошо карту контролирует, что я могу сказать. Пират прям тут все оплывает, облетает. Со скитальцем он не хочет биться. Ну, они далековато друг от друга, с другой стороны. Так, этот еще не умрет? Нет, не умрет. 15. Все, сейчас этим подойдет, убьет мне вертолет. Да, печалька. Мы в покрышках отсиживаемся. Все, хана вертолету. Ну, я теперь не знаю, что делать будем. Будем пытаться по морю как-то вот туда. То есть скиталец здесь. Я надеюсь, что они друг друга сейчас перемочат каким-то макаром. Но у меня юнитов не осталось. Пират слишком круто все собрал просто. Вот просто все собрал. Это нереальные какие-то у него 7 вертолетов. Я такого количества еще не видел, честно говоря. Так, 15 хп. Этот еще не умрет. Этот тоже еще не умрет. Сейчас мы тут постоим, полечимся один ход. Ну, я просто так не сдамся, конечно. Блин, умер все-таки. Подожди, там же 25 было. Какого хрена он умер? Вот это подстава. Так, 44, 5. Ну, 5 ходов я могу еще тут посидеть, на самом деле. 5 ходов посидим. Еще этот у меня. Но вот тут проблема, что тут пират рядом. Он может сейчас рыскать своими вертолетами и отыскать меня. И надо будет срочно эвакуироваться. Так, опять зона схлопывается. 36. На 4 хода осталось тут. Ну вот, пирата сейчас выдавливает на скитальца. Тут скиталец стоит. Мне опять ничего не досталось. Тут сразу пират собрал. Здорово. Так, стоим, лечимся. Пропускаем ход. Может мне, правда, в конце хода попытаться сюда, а потом дальше пробежать. Будем надеяться, что скиталец меня так вот сильно не заметит. Так сделаем. Пират говорит, что теперь у него есть ядерки.
Только что пират бросил ядерку вот сюда. А тут реально было много юнитов скитаются. Я, правда, точнее, я как? Я не знаю, что это пират бросил, но я могу предположить, что раз он тут находился, вряд ли скиталец бы сюда кидал ядерку. Что я думаю, что это пират сюда бросил. Ну, блин, пират очень круто выглядит. Ну, как-то без шансов особо. Единственный шанс как-то отсидеться... Да нет, блин, даже... Я не знаю, какие у меня тут еще шансы. То есть в красной зоне отсиживаться периодически. Еще ядерка. Ничего себе. Две ядерки брошено. Заход. Так, все, у меня остались только поселенцы теперь. Опа. Опа-опа-опа-па. Ну, по-моему, скауты поселенцев не захватывают. Сейчас, конечно, посмотрим. Или захватывают, по-моему, блин. А еще они, по-моему, бегают по... пересеченной местности, то есть я, в принципе, сейчас могу обоих этих потерять. Третья ядерка. Три ядерки. Слушайте, если это все бросил пират, и у него 7 вертолетов, еще что-то, я бы сказал, что он какими-то читами пользуется, потому что это нереально собрать столько всего везде. Это какой-то трындец. Ну, блин, вы видели, сколько у него юнитов, как они прокачаны? Три ядерки все-таки захватил. Это ужас, конечно. Так, тут сколько хитпоинтов? 61. То есть я могу в этой лужице посидеть какое-то время. Да, тут все-таки меня захватил варвар. Если это все бросил только пират, то у скитальца нету шансов, и мне непонятно, откуда столько юнитов тогда у пиратов. С другой стороны, это они могли вдвоем побросать. Хочу выйти полечиться. Пока меня вот эти варварские скауты захватить не могут. Подъехал пират ко мне. Но он этим ходом не может меня захватить, только если следующим. Но мне, наверное, в зону надо встать, чтобы быстро от него убежать тогда. Как бы особо других вариантов у меня нету. Если я встану в зону, у меня 45. Ну, на два хода в зоне мне должно хватить. То есть мне надо вот как-то так пробежать, а потом сюда выйти. Ну тут скиталец может быть. Ой, лучше скитальцу отдамся, чем пирату. Ну как-то очень читерно выглядит, я вот вам прямо скажу. Это как какое-то нереальное все у него. Минус 18. И осталось 27. А, интересно. Скиталец проиграл. Ну, значит, это все кидал пират, получается. То есть мне уже нету смысла к нему выходить. Ну, точнее, я к нему выйду тогда просто следующим ходом. Пускай он заберет моего поселенца. Но это что-то... Я хочу графики посмотреть. Правда, там количество юнитов не показано, да? По-моему, там не показано количество юнитов. Все. А почему... А, меня этот захватил, скаут. Ладно, давайте посмотрим. Хоть тут что-то поймем, интересно. Количество сражений. Так, ну пират сражал. Давайте вот со мной сравнивать просто, чтобы понятнее было.
Да, вот тут он сражался, но, видимо, с пиратами. Ой, с варварами. Юнитов у него вообще было 0 потерь. То есть вот это я ему убил. 2 юнита. То есть вот все юниты, как бы это я с ним сражался. Зато вот он уничтожал тут. Ну, выглядит, конечно, что он сражался с варварами довольно много. Но то, что он насобирал, это что-то нереальное, честно говоря. Это... Или это рандом так круто в его пользу сыграл просто. Я не думаю, что у меня как-то плохо тоже было, но... В принципе, конечно, за мутантов так вот прикольно от зоны играть, но... Ну, тоже немножко такая странная стратегия. Знаете, вам надо постоянно в этой красной зоне быть, бегать. Ладно, в любом случае, спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры, пишите комментарии, люблю их читать. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!